чуть-чуть кто будет. Давай ты его так будешь. Да, а я пока начну счищать. Их вырывать не надо, я просто их. Сюда просто мешал, сейчас первый раз разложим все. Я аж испугался. А? Очкова. Как это так? И что с ней делать? Подожди, я не понимаю, что это за палатка такая. Инструкцию возьми. А, вот. Я тут просто запутался, ничего не понял. Ого! Братан, убирай нож. А у него столько большая выпуховка. Там что, дно или что это? Это дно все. Дно, да? Там... Ни хрена. А это ничего нам. Что там лежало? Там колышки должны быть. Что за колышки? Чтобы палатка не улетела. Ага. Ну, вряд ли она улетит. Не, она здесь не улетит. Так, ну все, ребят, короче, мы очистили все. Более-менее нормально. Вот так. Ай, попа у кого? Давайте зайдем, что ли, в нашу палаточку. Слушай, братишка, это спать очень удобно. Давай залази. Щечкой. Реально удобно. Подожди. Сейчас, стой. Надо заснять тебя. Сейчас, ребята, засниму его, как все это дело выглядит. А мы не думали, что она такая огромная, да, будет? Сказала, я думаю, да, она маленькая, круглая такая. Ты что,
В итоге вот, на четверых хватает, да? А, кармашки есть? Нет? Есть. Есть? О, сетка есть, братан. Ну-ка, закрой-ка. Сейчас, ребят, подождите. Так, попробуй-ка. Ништяк. А, это еще и здесь. Смотри, смотри. Это еще и тут вот. О, это вообще... Это вообще нет. Нам и этой хватит, да? Нам и этой хватит. Все, от комаров, от ничего. Вот и все. Ладно, идем дальше делать. Кто такие? Я вас не знал. Ну, пошли. Я не так немножко. Что там? Мы не думали, что она прям такая огромная, да, будет? А палатку? Ой, костер, что там, что ли, делать? Ну, здесь придется, вот это все. Да. Ладно, ребят. Ого. Ну, потому что, Милан. Ну, так надо. Все, ладно, давай. Сейчас я камеру в палатку положу. Опа. Подождите, ребят. Сейчас камеру надо положить. Камеру поставлю. Рюкзаки. Да, вот так поставлю камеру, короче. Вот. Все будет снимать, то, что будет происходить. Все, в общем, ребят, сейчас мы все притащим, пошли. Пойдем, заходи. Давай пока вот раз идем сюда. Садись. Сейчас будем раскладывать вещи. Сейчас Тимур покажет, что он с собой взял. Камера. Это камера, которая... Которая... Которая еле будет, ну, снимать, но она тоже, да, пригодится. В принципе, может сказать, типа, якобы основная камера. Да. Потом GoPro, основная камера, на которую мы будем снимать. Ну, и DJI тоже. DJI, который очень круто снимает. Вот. Ну, типа вещи и все. Мы очень сильно подготовились, да? Да, шпинал взял. А для чего, кстати? Просто? Да я уже забыл. А, кстати, подожди. Возьми, положи GoPro-шки. Ой, ну да, GoPro-шки пусть будет. Вот раз, два, и камеру три. Мы ее рядом держать будем. Вот, все, да, не зря ты взял. Да, в кармашек убери, мы снимаем. Это сложить туда в кармашек, а то не влезет. Не-не-не, они чтобы этот не дергались. Как тебе правильно сказать? Ну, типа, ну знаешь, не особо надежно. Короче, но, лучше, ну да, лучше пусть. Положи, короче, куда-нибудь сюда. Телефон. Телефон давай мне. А, это твой? Да. А, это значит. А, я же на свой снимаю, точно, забыл все. Так, что там? Могу даже, в принципе, вот сюда. Не, пенал. Вот сюда зацепи. Или она падает будет. Я не знаю, зацепить. Чё? Всё нормально? Тут, короче, у нас камера будет, из чего мы будем доставать. Ладно, портфель ложишь сюда. А мы пошли этот строить дальше. Сделать место. Ну вот и все, ребят, мы сделали место, где у нас будет костерчик. Дрова есть неподалеку. Все, сейчас мы еще будем вот именно вот сюда, под нашу палатку будем ложить траву, да? Чтобы у нас... Сейчас давай немножко напрягайся. Чтобы у нас тут было как... Были как подушки. Пошли. Траву немножко соберу. Прям. Ну все, ребят, мы положили сюда, получается, мягкую штуку. Теперь реально смотри, мягко, проверь. Допустим, ложись. Не, реально мягко, скажи, да? Сойдет, как спать просто и все. Тебе нормально?
спать? Да, почему? Все тогда. Ладно, давай как-то. Вечером нам надо будет организовать костерчик. Вот, так что, ребят, ждем. И, наверное, сейчас мы уже переключимся на GoPro. Так что, давайте, удачи. Ребят, мы в палаточке закрылись. Вот наша еда вся там, и соки, и вода, и сосиски, и шашлыки, и вот немножко сладостей. Вот. Также я взял вот такую штуку, которая светит разными режимами. Дальше я тут взял маску, которая, потом еще взял специальный аппарат, который может делать искры. Как называется? Огнево. Типа огнево, да, так и называется. Вот, дальше мы взяли вся сумка в камерах запасных. Это у меня есть тут сейчас уже 12% на телефоне. Вот. А эти камеры взял, чтобы, если что. Вот, GoPro, потом вот эта камера. И эта самая крайняя, которая снимает типа очень фигово. Типа HD, но на самом деле нет. Да. Итак, как эта камера снимает? Блин. Почти как эта камера, короче, да. Похуже будет. Как знаешь, этот, как кнопочные телефоны. Они также снимают. Вот. И взяли еще карты немножко поиграть. Вот. Все. У него там кофта, да, зарядка, пауэрбанк. Чтобы мама не переживала. Вот фонарик. Ну, реально, чтобы мама не переживала. Я пишу только. Тоже сюда положи. Осталось только дождаться темноты. В принципе, все. И также, ребят, давай им расскажем, ребятам. Че? Мы в 21.00 по МСК. Да, короче. Я, короче, продумал весь план. Для всех геймеров, да. Чисто для вас. Ребят, насколько я продумал, все. В Fortnite, помните, битва будет, типа... Сейчас только сколько? 10 часов будет по, ну, типа, по нашему времени. Это 8 часов по МСК. 8 часов, да. В общем, ребят, будет битва робот против... Fortnite. Монстра. Да. Будет, Fortnite, короче, у нас такие эмоции, ждем быстрее, да. Вообще. Посмотрим вместе с вами, и да. Что хочу сказать напоследок. Если мы уснем во время битвы, нас завтра увидят, что мы дома застыли. Это будет просто трэш. Да, короче, ребят, мы вам расскажем, когда зайдем. Если сам дом. Сам дом, да. И сразу покажу. Все продумано. Все продумано. Вот там есть дверь в доме, видите, как балкон. Мы его открыли, приоткрыли. Если что, залетим. Залетим. Все, как в КС-ке, на Point B залетим. Ладно, ребят. А мы пока что будем играть в карты, да? Йоу! Все, ребят, всем спокойной... Ой, короче, всем удачи! Смотрите короче, дальше. Решили перекусить ля-ля кебаб, потому что это все равно завтра испортится, но как? Потому что у нас холодильника нету, там еще есть сосиски, а сосиски, они на завтра не стухнут. До завтра не стухнут. Вот, время до инвента по Фортнайту. Не, сейчас надо честно сказать, вот столько времени, вот реально мы не спим дома, мы спим в палатке. Что, потому что как It's Max, да, есть же? It's Max, ну. Да, они потому что домой ездили. Да? Угу, это даже спалили. Вот, все съел. Вот реально сейчас у нас время 22.08. Или 09 уже, 09. Вот. И мы реально будем спать. Вот когда будет сейчас ночь, я вам даже покажу, ребят. Потому что мы честные люди. Потом тупо спать. Да. Это можно уже убирать. Это на ночь, потому что мало ли мы кушать заходим, типа. Вот. И у нас еще есть такие сладкие штуки, но я думаю... Просто если бы мы делали постанову, то бы вот это все просто... Вот это мы нахер бы не ложили. Ну, может быть, и положили. Но знаешь, сами ушли, и до завтра здесь бы все лежало. Да нет. Вот, но мы реально будем каждый раз время показывать. Если начали, то уж надо сделать. А я еще специально, знаешь, сейчас таймер поставлю. Да. Вот будет час ночи, мы ляжем спать, уснем. И еще час ночи, еще час пройдет, и мне таймер сработает. И я встану, специально подписчикам покажу. Да. Сколько время? Жестко. Мы поиграли, кстати, в карты. Ладно, ребят, ждем инвента. Так, ну всем привет. Время у нас уже час ночи, ровно. Сейчас мы ляжем спать, да? Завтра уже будем сегодня делать этот. Чё? Сегодня. Чё сегодня? Ну, сегодня. Число-то. А, сегодня уже завтра. Да, сегодня уже завтра. Сейчас скажу. Сегодня у нас 21 июля. Вот, короче, ребят, обязательно ставьте лайкосы. Угу. Всем спокойной ночи.
Вот. Завтра мы, кстати, можем эти сосиски сделать. И знаешь, что можно сделать? Восход солнца во сколько? 5 часов 5 минут. Таймер, ой, будильник поставить. Да, ну я советую уже спать, как сможешь, блин. Потом ты не выспишься, целый день будешь. А, да, ну короче, ладно, мы, ребят, выспимся. И все. Так что всем спокойной ночи, до встречи. Всем пока. Так, ну все, ребята, у нас время 01. Да. Сейчас мы пойдем тронуть наших. Как они тебе, друзья просто, да? Ну, типа, просто... А Милана, это моя сестренка, и также будут родители. Я сделал красный свет, чтобы нас было не видно, потому что палатка подсвечивается. Про человека видно там, видно, типа, самой камере, видно все? Ну, нет. Погнали с нами. Угу. Так, я выключаю. Ребята, в общем, мы прошли. Вот там они сидят. Сейчас мы зайдем вот за эту машину. Вот за эту. Наверное, вам чуть-чуть хотя бы видно. Вот, зайдем за эту машину с Тимуром. Да, Тимур? И будем их, наверное, камни кидать, пугать. Да, пугать. Так что, ребят, поехали. Все. Всем доброе утро. Давай тоже поздороваемся. Доброе утро. На часах 10:30. 10:30. Ясно. Короче, мы проснулись, ребят. Очень сейчас душно. Также я хотел сказать, вот такую маску с собой брал. Вот это не реклама, просто скажу, что брал маску. Вот. И также взял вот огнево. Вот. Если кто знает вот такую штуку, то пишите. Сними меня. Сейчас вам покажу, как это работает. Вот, берете ключ, буквами на себя, ставите немножко под наклон, сильно давите и... Сейчас. Вот. Туда снимай. Видели? Угу. Вот, это чтобы разжечь, короче, костер. Тут я хочу везде так сделать. Вот эту штуку убрать, черную. Видите, здесь черная полоска остается. Я хочу их убрать, чтобы можно было полноценно использовать. Так вот, короче, ребят. Так что, если вам понравилось, как мы спали в палатке, как угорали, прикалывались, то обязательно ставим лайки. И пишите в комментариях, кто тоже ночевал с другом в палатке. Вот мы ночевали. И также, кстати, мы хотели пожарить сосиски, но в итоге... Дождь. Да, в итоге дождь пошел. И мы не сделали сосиски. Лайк, если тоже, как мы, просрали. Да, и, кстати, мы еще инвент проспали. Ой, проспали. Просрали. Вот. И, кстати, вот здесь у нас душно, а если я высовываю руку, то там вообще холодно. Типа, это из-за того, что мы... Ярик, воздух. Вот так что, ребят, такие вот делишки. Что нужно сделать? Под конец. Вот там это. Ну, короче, вы знаете. Мы уже устали это показывать. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки. И вот это. Может быть, у нас будет вторая серия, как мы будем ночевать в этой палатке. Так, включаем. Ну, что стоит? Все нормально. Так, пиццу, да, выбрать? 200 градусов пиццу. Ага, пицца. 200 градусов. Все, поехала. Теперь ждем 20 минут. Пицца готова. Так, вот, можете посмотреть. И осталось все только достать. Вот так вот, прям вблизи покажи пиццу, мам. Сочная, вкусная. Все, ставим. Так. Это за... Какой ты молодец. Ага. Это не только молодец я, это и Милана, и бабушка. Вот, все вместе готовили. Вот, так что рецепт пиццы вы теперь знаете. Можете тоже сами попробовать, но будете готовить только с родителями. Все.
Так что мы кушать, а вы можете потом посмотреть влог дальше. Смотрим. Всем приятного аппетита. Да.